за предоставленное мне. Я всех приветствую, всех подписчиков, все, кто это смотрит видео. Я хотел поблагодарить компанию Sony за предоставленный объектив. Это 400 миллиметров. Это шикарный объектив, на котором можно снимать любой спорт. Чем он хорош? Да, потому что это 400 миллиметров, и вы видите, какая здесь линза. Он хорош тем, что это 2,8. Он хорош тем, что здесь много настроек под нужды, которые я могу это сделать. Здесь есть кнопка фокусировки на этом объективе. Здесь можно сделать светофильтр, вставить, если ты снимаешь это на открытом воздухе. Это великолепный объектив, который мне очень понравился, и я его всем рекомендую. Что касается видеокамеры. Я снимаю на Sony A9, которую предоставила мне Sony, и тоже это и большое спасибо. Чем хороши эти камеры? Тем, что они снимают 20 кадров в секунду, и я могу реализовать любые свои желания. То, что эти камеры снимают на выдержке 32 тысячи, это супер, это на солнце просто превосходно. Чем еще хороши? Тем, что ISO просто супер, картинка не шумит. То есть я на данный момент снимал на ISO 6500, и выводя на компьютер, я не вижу никаких шумовых эффектов. И то, что я могу спортсмена отслеживать в реальном времени, в глазке у меня нету никаких затемнений, что это было раньше в зеркальных камерах. И я думаю, что зеркальные камеры, они вымерли уже, да, то есть на смену пришли Nikon, Sony, но на данный момент Sony A9 это лидер. Потому что то, что выпустил Canon, спорт нельзя снимать. Можно, но творческие твои возможности урезаются ровно в 3 раза. То, что выпустил Nikon, и все говорят, что Nikon, ну да, можно, но это, извините, не Sony. Sony давно уже ушла. И век зеркалок уже давно ушла. Недавно, 3 недели назад, да, после фотокины. И это классная камера для спорта Sony A9. Я всех рекомендую. По поводу Кубка Кремля. Кремля съезжает, и будет это новое место. Какое будет это место, еще пока неизвестно. Ребенком я сначала смотрел теннис, смотрел на тех фотографов, которые снимали тогда на пленку. Я бегал ребенком и собирал эти баночки из-под пленки. В более взрослом возрасте я смотрел на тех спортсменов и хотел играть ровно так же, как и они здесь показывали. В более старшем возрасте я стал тренером, я тренирую, и я увлекся фотографией и снимаю спортсменов. И я сижу на том же месте, где я раньше ребенком собирал эти коробочки из-под пленки. Я сижу очень близко и смотрю на этих спортсменов. Мне надо реализовывать те вещи, и в глазок фотоаппарата вижу, я смотрю это, выводя на компьютер, и я смотрю здесь, реализовываю на своих тренировках. И я буду всегда вас видеть на своих тренировках, я буду всегда рад вас отфотографировать, я буду рад всегда отфотографировать ваших детей. Если вы, пожалуйста, обращайтесь, потому что ведь даже вот сейчас мы записываем видео, и можно рассказать о струнах, можно рассказать о мечах, можно рассказать о ракетках, о новых новациях. Давайте, люди, которые занимаются теннисом, давайте как-то объединимся и давайте создавать какой-то новый продукт, который интересен потребителю. Кто этот потребитель? Это родители, которые хотят узнать что-то новое. Они хотят узнать о новых тенденциях в ракетках. Они хотят узнать новые тенденции в тренировках, да, в технической сфере. И я готов это, у меня есть много знаний об этом. Я кастомизирую ракетки, я довожу ракетки для спортсменов, и я это делаю для детей. Да, многие думают, что это достаточно отбалансировать ракетку, и тем более, если вы имеете более ракеток. Тем более этим надо заниматься, потому что производство, штамповка ракеток, которые производятся на заводе, и когда они привозятся в магазин, мы видим, что они разные по балансу, они разные по весу. Поэтому, чтобы играть равноценно одной ракеткой,
ноль. А они все разные. Поэтому я занимаюсь первым действием. Я вывожу ракетки в ноль и вывожу ракетки до тех нуль, которые ему нужны. Некоторые спортсмены не знают, что им надо. Тогда я уже начинаю подсказывать, я выезжаю на корт, и мы начинаем делать новую ракетку с новыми параметрами. И если его эти параметры устраивают, мы на этом останавливаемся и делаем все остальные ровно такие же. И я вам хочу сказать, что если бы это было неправильно или что-то плохое, спортсмены бы этим не занимались. Да, но если тренерскую зону, вы увидите, что все ракетки, они сделаны, у всех наклеенные грузики. И еще хотел заметить, что многие считают, что если они на голову наклеили свинцовый грузик, это дело. Нет, это на голову клеить грузики, не понимая, для чего это надо, потому что вы это видели. Сейчас свои секреты, как это делается. Вы можете ко мне обратиться и получить новую ракетку. Вы даже можете не покупать новую ракетку, но вы уже будете владеть новыми ощущениями. И вы будете совершенствоваться в этом. И поверьте мне, что сделанная ракетка, она даст вам больше возможностей прогрессировать в спорте, в теннисе. И я всех просмотр этого видео, ставьте лайки, комментируйте, приходите. Окей, все.